Здрасте. Сейчас Descendant лежит. Уже третий час, а наверное даже больше. Уже три часа как лежит. Поэтому не поиграть, вернулись в Hunt только на Твиче, потому что мне лениво там все переделывать на Ютубе. First Descendant будет завтра. Сейчас еще Тайлис подойдет, и мы по-человечески поиграем. Так, я пока охотника сделаю. А вот так. Добрый вечер. Здорово. Заходи. Если я вдруг вылечу, значит у меня отрубился свет. А почему? А, не знаю, у меня просто в доме какие-то проблемы последние. Некоторое время, в общем. Почему-то говорил, что у него из-за перегрева трансформаторных, ну, будок, не будок, не знаю чего, в общем, из-за перегрева линии гаснут. Ну, вспоминая мой опыт работы на подстанциях, вполне возможно. Хотя только земля будет. Скажи, когда? Сейчас я включаюсь. Правда, не помню, возможно, у меня хан до сих пор на харде. Это на саму игру никак не влияет, но вот на загрузку немножко влияет. Блин, такая гроза с окном, КФ. Не у нас. Дожди, но без гроз. Мне понравилось то, что сегодня было плюс 32 при 100% влажности. 100% влажность, нифига себе. Здорово, Сашовский. Пойдешь с нами? Ты же у нас любитель-профессионал. Игрок. Игрок. Ты что, Миш, ты точно ничего нового купить не хочешь? О, сейчас зайдет Сашовский. Купить новое, в смысле, игру какую-нибудь? Да. Да ну нахер, меня пока это устраивает. Я в ней уже 16 часов провел. Если, как говорится, за мной не заржавеет, если надо, я куплю. Я перестал впрок покупать игры. Мне нахрен это не надо. Я как-то купил по чпорту впрок, сказал, купи Monster Hunter. Я купил, она 2 года у меня в библиотеке валялась. Если надо, я даже без скидки буду покупать игры. То есть, если прям надо, так вообще плевать. Не, скорее скидка как повод купить и поиграть. Ну во что ты там? Ну, Чпарту предлагал Radeonaut. Это ПВЕшный Сидж. А может Сидж? Как тебе? Помнишь ли такую игру? Кажется, это называлось SWAT 4. Я видел ролики Radeonaut. Там какой-то камерой под дверь надо лазить. Ну да, все вот это, да. Это слишком сложно вообще. Ну, камера и не конкретно тебе нужно под дверь лазить кому-то. Ты можешь просто бегать и стрелять, только это. Блин. Только аккуратно. Так, пока есть место, нам будет хант на SSD принести. Так, можно приглашать? Еще нет, я смотрю на предупреждение.
Так, сейчас я зайду в игру и отойду на минуту, поставлю камеру на балкон. Камеру на балкон? Я люблю молнии фотографировать. Ага. Здрасте. Здорово. Привет, Сашовский. Привет. Заходи. Да, все, захожу. Как там твоя портативная электростанция? Очень сильно спасает. За 6 часов. Хватает тебе? Ну, на 6 часов хватает. Для того, кайф. Чтобы поработать, поиграть. И холодильник не выключался. Mm-hmm. Вот. Но кондиционер уже в напряге. 6 часов не выдержал. Кондиционер это киловатт полтора, наверное. Не, 500 ватт мой. Типа даже в максимальном это максимум обычно 700 сейчас достаточно, они такие. Да? Окей, ну, да. Я всегда думал, что типа довольно мало. Ну, это еще очень сильно зависит от того, на какую площадь он рассчитан. Если uh-huh. там минимальный на 20 квадратных метров, 2,5 метра высоты, то это типа 600 киловатт. Так, вижу Таилиса. Сашовского пока не вижу. Да, я запускаю. Ну, так, ща вернусь. Правда, когда она заряжается, нельзя ничего включить другое, потому что свет выбивает. Пробки вышибаются, да? Да. Ну, я там пытался этот посудомойку включить, и все сразу. Угу. Ну, там, не сразу, а пару минут и тут. Но там надо найти. И пробки правильно. А, автоматы поменять, потому что общий сломан. А за остальные не уверен. Что значит починить? Туда отвертку втыкаешь, все. Не, ну починить так, чтобы потом можно было пользоваться. Не на один раз. Ой, у меня тут случилось на прошлой неделе. Сижу-сижу, хоба, свет вырубился. Пробку вышибло. Я думаю, что такое, что не так? Ну, был очень жаркий день, я подумал, что я во всем доме включил кондеи. Можно приглашать. Угу. Туда-сюда. Ну, выключил кондеи не в очень критичных комнатах. Вроде все нормально. А потом иду на кухню наливать кофе и вижу, что у меня кофемашина такая капсульная. У нее сзади вставляется бак с водой, который... Она у меня стоит на микроволновке, а между микроволновкой и стеной внизу лежит тройник, переноска. Ага. И, короче, я когда вставлял этот самый бак с водой, немножко неплотно его вставил, и он протекал, и накапал мне прямо на переноску. Ага. Вот, и это закоротило, а я грешил на кондее. Короче, пришлось поменять этот линейку, потому что я его достал, он там горячий весь. Просто воды туда в него налилось. Не шибко приятно. Ничего, с тех пор буду повнимательнее. А я новых переходников надел с другом. Вот. Mm-hmm. Купил 30 метров провода. Mm-hmm. Толстенького 2,5. Вот. И неплохо по всей квартире раскидал почти. Как в Матрице примерно. Да. Привет, Хелли. Зато теперь. Еще раз. Многое что работает на постоянке. Единственная проблема пару раз бывала с тем, что выключался этот. Батарея выключалась сама по себе. Угу. Вот. Но я пока до конца не осознал, в чем может быть ее проблема. Вот. Какую музыку меняешь? Атаку очень сильно спасает. Хотя, конечно, в такую жару хотелось бы еще хоть что-то включить. Ну, типа компьютер кондей, да. Нагревает. Вот. Но...
А, чекник, кстати, в Ханте, он выходил недавно обнова. Проверь графические настройки, он всем сбрасывал до минимальных. Но может тебя это миновало, если ты не играл на прошлой неделе? Тебя это могло миновать, а то тут неделю мучились. Короче, они выкатили обновление, оно поломало всем графические настройки. Вне зависимости от того, какие ты выставлял, игра работала на минималках, а еще и вся трава мерцала. О, прикольно. Да, зашибись. Я поставил максимально. Угу. Так, Тайлис, ты где там? На балкон тебя засосало или что? Так, все, извините, нажал ради. Угу. Успешно сфотографировал. А, ты смог поймать? Да. Ничего себе ты. Ну, я фотографией занимаюсь, Миш, если что. Сняюсь сказать, уже 16 лет. Не стесняюсь, тут все следили. Ох, ты сейчас на велике накатаешься под наше кряхтение. Ох, сейчас ты, конечно. Ох, сейчас тебе будет хорошо. Блин, так обидно, конечно, что игра вышла, этот, я про The First Descendant, и во второй же день она легла. А все из-за того, что они все сделали на структуре серверов Microsoft. Вот это они, конечно... Я вообще так понимаю, у них... Я так вообще понимаю, у них на Xbox Online Services все завязано. Хотя никакого логина не было. Я... Мне вот это вот удивительно. В их сообщении написано, что типа MS Network лежит. Что бы это ни значило. Ты не пробовал First Descendant? Или ты не фанат таких? Я? Мы с Сашовским вчера играли. Серьезно? Я немножко удивлен вопросом, учитывая, что вчера играли там. Подожди. Я просто не знал этого. А, ну. Чего именно? Ну что, Сашовский тоже играет. Сашовский вчера к нам заходил в сессию. Мы с ним играли полтора часа. Да, ты мне еще рассказал, как спать и выходить. Ай, тьфу, господи. И, прости, пожалуйста, у меня... Я за два дня наиграл 16 часов, и у меня все в голове смешалось. Отвратительно, фу, отвратительно, господи, фу, как стыдно. На самом деле не стыдно, но все равно отвратительно. Ой, точно, ну блин. Действительно, у меня крыша поехала. Нельзя столько много в одну игру играть. Но я играл, я захотел. Я так mm-hmm. понял, это будет аж до патча. Патч выйдет всем вот это. Я забыл, как поиграть, если что. А, никто и не знал. Я просто ключики буду стоять в центр экрана и никто не будет попадать. В августе появится перекрестие в центре экрана. Отключаемое, но оно появится. Они все пытаются решить проблему с новичками, которые приходят в игру и в ней не остаются. Не, это не вопрос перекрестия, мечта посла, то что у них в центре у меня прицела ниже центра экрана. А, ну это да. А, точно, да. Я именно об этом говорю, что у меня привычка после некоторых других игр, которые нельзя называть. Я не удержался и сделал себе дрип доктора дизреспекта. Что сделал? Дрип доктора дизреспекта. А что такое дрип? Одежду. Mm. Фу. Знаком тебя с новыми словами. Не надо.
Я не хочу в вашем Таркове разбираться. Нет, дрип — это не термин Таркова. Да, серьезно? А это что за? Это просто молодежный термин. Стильной одежды. Я не знаю таких слов. Ну, это какая-то... Да. Все ясно, автору 6 лет. Ну, дети подрастут, узнаешь. Спроси у точки. Ну, слушай, кстати, я не уверен, что... Но я от нее такого никогда не слышал. При том, что она у меня двуязычная. Так, меня сейчас, возможно, собаки загрызут, но это не точно. Извините, пришлось пострелять. Загрызи их в ответ. Угу. Писай их первым. Сейчас есть смысл? Короче, батлпасса сейчас же нет никакого, да? Вообще ничего нет. Можешь делать, что хочешь. Ну, недельные все равно можно выполнять ради донатной валюты. Да. Но мне лень. Мне тоже абсолютно лень. Просто надеюсь, что завтра... Стоп, у тебя завтра есть подкаст или вы в отпуске? О, мы в отпуске все. На... До этого. Да. Я надеюсь, что завтра все-таки база работает, и мы пойдем в... другую игру. В смысле, если игра заработает, то мы пойдем в какую другую игру? Ну, Фёзы сам. А, ну да, окей. Я ничего не имею против компа, но я устал играть в одну и ту же игру. Я пришел к выводу, что для получения удовольствия мне нужно... Менять руку. Ну да, менять игры, особенно если это PvP игры. Потому что если постоянно в одну и ту же PvP игру играть, то... Количество получаемого удовольствия стремительно уменьшается. Да можно шизануться. Не, ну тут у меня справка есть, ничего не знаю. Ты как из дурки выбрался? Что-то я не выстрелил, чужих выстрелов вообще не слышу. Все, весь матч. Где все игроки? Сейчас, конечно, мне после этой фразы обычно хедшот прилетает. Там как-то бегаем не напряженно, нормально. Угу. А, ну вот. А вот это, и игроки. Да, это все объясняет. У меня, кстати, оружие абсолютно хватится, потому что я уже. Че, сейчас смотрю, там тоже вырезать ты делаешь уже постоянно. Да, я уже пятый. Так, я тут нашумел. Ивент сейчас какой-то идет или нет? Нет. А, если тебе интересно, появилось копье, которое метать можно. Mm-hmm. Условия его открытия я не знаю, но оно, наверное, можно его просто купить. Там не было никаких челленджей или что-нибудь такое. Миш, ты от нас немножко оторвался. Давай к нам обратно левее. Надеюсь, у меня 4 звезды быстро снимется. Я опять на 3 скатился. Нормально все. Но я, похоже, сейчас, если раньше я балансировал между 2 и 3, сейчас я балансирую между 3 и 4 уже. Ну, достойно. Потому что, ну вот я пару дней поиграл на 4, а потом 3 не очень удачные катки, и все. Ну... На четверке достаточно душновато еще. Если играть с рандомами или в соло, еще терпимо. А вот именно полностью в пати, против таких же пати, там уже душновато. Но выстрелов реально нет, это как-то
Может, у нас в старости умер? Тогда, я думаю, что нас сейчас уже услышат, скорее всего. А да. Сейчас особенно. Так далеко пиццы были? Ну, так ты на веточку наступил, поэтому, да. А, окей. Там метров 20, наверное, если на ветку наступаешь. Нет, понял. И какой-то другой аналогичный громкий звук. О, звуки, а то откуда мы слышим? И что там? Не, нормально. Вон там еще далеко взрывают что-то. Может, крокодил? Так, да, крокодилы, кстати, часто стали встречаться. Я потихонечку захожу. А кто-то на ловушку наступил? Топают в районе меня. Ты далеко от тут. Да, блин. Возможно, ошибку совершаю, но на первый этаж к ним захожу. Забрал. Обо мне знают. Я их с этой стороны жду. Убил одного. Хожу. Да, сверху. Дай им... Кинул гранату, не даю. Я залез, конечно же. Так что, скайкот у него добавить был? Uh-huh. И мне тоже. Хорош. Положил про. Смотрим по сторонам, еще 30, скорее всего, есть. Подними метку. Ща. Ну, третьего не вижу. Вообще никого рядом нет. Двойки, значит. Ну, там еще где-то ребята стреляются. Ну, заводим, дают одну секунду, да? Они на кирпичном заводе. Да. Ну, так как мы не шотные, я предлагаю подраться или экстракция будем. Ну, пошли экстракция. Я всегда готов подраться. Смотри, Миш, ты ни в кого еще не выстрелил, тебе тоже надо подраться. Ты слышишь, он где-то на месте? Да, слышу. Пойдем, он поможет. Выход у нас, если что, близко отступил. Прямо перед нами. Угу. Вижу двоих. Не вот вижу. Вот за той корягой, вот за той корягой. Угу. А еще можешь дать метку? Угу. Вот. Я вообще их не вижу, но они там бегали в зрении. А, вот вижу, вот там, с той стороны. А, там еще. А, нет, это обходит просто. Это та же двойка, возможно, их трое. В общем, они правее отошли. А, вижу. Так. Убил одного, хорош. Вот там где-то. У меня зрение кончилось. У меня еще 2 секунды. Где-то тут. Может, пытается поднять своего. Они уже были... Вижу. Вы выходите или что? Нет. Это просто ближе. Вижу. Да, там на метке. Кинул динамит. Mm-hmm. Не добросил. Я лечусь пока. Ой-ой-ой-ой. За этим камнем. Я лечусь, не могу вам помочь. Ранил. Блять.
Лёг. Все, больше никого нету. Ну это тоже двое, значит, было. Так, я сейчас одну секунду установлю. Так, у него что-нибудь есть вкусное? У него карабин Мака. Ну, больше я не вижу никого. Либо они далеко ушли, либо эта команда остальных убила. Кто за секунду же подобрал? Нет никого? Ну вот, я только что подобрал. Так, я еще подобрал. Может, с этого подобрать? Ладно. Нету, нету никого. Вот будешь подбирать? Так. Да, лутай. Okay. Ну, я доволен, я все пушки налутал хорошие. Ничего, выходим. Они оба с карабином Мака и это... Да, выходим. Карабин вкусный, точка. Извините. Вкус карабина... Эх, точка. Ехать хочется. Куда? Откуда? Это вообще внимание. Там уже... Поляна. Процесс пошел, конечно. Там уже поляна накрыта. Там уже родственникам получено гражданство. Что все укращает. Ой, а что это за загрузка в конце такая? С полоской? Или что? Да. Блин, ты, наверное, ты месяца два не играл, значит. Ну, Миш, я приятно проводил время. Блин. А было только три команды. Одну, две убили, одну не видели. О, у них был чел с ММР-1. ММР-1 это, ну, либо новичок, либо смурф. Это пока ты 10 игр не сыграешь, у тебя единица. Если бы у него была именно настоящая единица, его бы сюда не закинуло. Кстати, да. Хотя там, конечно, разница 3-4-1, но все равно. Ну, он, скорее всего, потом придет и реснет своих товарищей. Так, это я сделал. Так, ну-ка, а что делать-то мне надо на этой неделе? Так, что там у Descendant-а? Что там? Что там у наших? Мы уже тут сидим и не выполнимся. Не, пока ничего, все еще лежит. Так, сейчас я себе выбираю штуки. Нифига себе, у тебя хеля цели. Иконок других игроков. Возле каких иконок? Других игроков, возле кнопки ready. Ну, то есть я возле тебя ромбик, в котором пятерка, и возле Миши ромбик, в котором пятерка. А, это количество уровней престижа. Ромбик? Наверное, да. Я, кстати, молодец, я забыл перки раскидать. Классика, хе-хе. А я в этот раз не забыл. Ну, надеюсь, я хотя бы одного ханта до 50 уровня докачаю. Ну, как повезет. Без этой... Ну, без перк на смерть это все-таки немножко сложно. Перк на смерть? Мнимая смерть иногда выпадает или лежит на карте красный перк.
сгораемый. Ты умираешь, но... ты охотника не теряешь, теряешь только эквипмент. Ура, ночь. Точнее, плохо, что ночь. Ну, хозяин босс. Когда ты берешь с босса награду, то всем показывается где-то, да? Пытаюсь вспомнить. Что-что, Сашовский? Говорю, когда ты взял награду с босса, то всем показывается где-то. Да. Молния ви на карте, или если ты в темном зрении, ты видишь, ну, такая молния, которая до неба. То есть ты всегда знаешь. Как только берешь награду, прятаться нет смысла. Можно шуметь, что угодно делать. Ну, в рамках там комнаты в каком-нибудь большом доме еще можно прятаться, но себя видно на карте с точностью типа 10 метров. И в темном зрении тоже достаточно высокая точность. У кого-нибудь есть яркость? Нет. Простите, пришлось. На крышу не залез. Здорово еще раз, Фремен. Насколько же Хант приятнее смотреть той корейской истории. Смотри, мы же даже твои зрители хотят, чтобы ты игры менял. И руку. Да-да, у меня даже... Я вот сейчас сижу в Ханте и думаю, где же... Где же мои вайфу? Где же моя грудастая тетенька? Да нет, я, конечно же, не из-за этого играю. Я играю из-за геймплея, интересной истории, красивой игры. По-моему, кто-то есть перед нами, я не уверен. Подозрительно открытые ворота. Ну, хорошо, что мы все-таки в Хант собрались. Втроем. Я реально в Хант не играл, мне кажется. Наверное, я с конца марта в Хант не играл. Ну, я могу, если тебе прям надо, я могу найти, у меня все ходы записаны. Да, я сам тоже могу их найти, поверить, я в целом. Ну, то есть... Точно 2 месяца я в него не заходил, минимум, а скорее ближе к 3. Да я давно тебя звал, да. Я вот где-то, наверное, когда сезон кончился. Mm-hmm. Месяца полтора точно, а скорее даже больше. Ну, несмотря на то, что давно не играл, все так же врываешься. В здании и все киллы у меня забираешь. Вот у меня почему КДА такой низкий, потому что мне после Старилиса ничего не доставалось. Видишь, как только без тебя начал играть с рандомами, так это, так киллы пошли. Три дня в Таркове тренировался, так. В инвентаре копаться ты там тренировался? Это тоже нет, я в арену заходил, потому что мне скучно было. Еще меня периодически подмывает сиш поставить. Same shit. Надо чекнуть, как у них там дела. О, у нас, кстати, еще и крокодил есть. Mm-hmm.
Так, он на СЕ. Блин, он может быть на всей вот этой реке, которая от форта Кармика в правый нижний угол уходит. Нормально, но все равно мы знаем. Пойдем на босса смотреть. Я думаю, сейчас туда вся карта уже движется. Я полагаю, правее обойти. Осторожно, тут бабка. Так, вагоны. Не, нам вагоны не нужны. Я сейчас на вагонах подарки оставлю, пожалуйста, не заходите туда. Хорошо? Да-да. А их никто не под... А нет, они сами горят. Слышь. Надо мной, ну не надо мной, а рядом со мной топают. Где-то вот тут, но... Значит, по нас уже узнает, к сожалению. Граната. Блин, откуда я их не могу? Они где-то тут. Так, осторожно, здесь ловушка около бочки. Я просто еще из стены страдаю, потому что могу себе позволить. Бегает. Оп. Крокодила убили. Я впервые в жизни... О, задело. Я кого-то ранил. Вол, через стену на первом этаже. Нихера не вижу. Может, у тебя нормально там все? Да все нормально, но тут просто темно. Сейчас, подожди, свет выключу. Твою мать. Да, бляха, муха, я в капкан упал. Из-за того, что темно, я потянулся к лампе выключить. Ненавижу темные карты. Чел ко мне бежал. Аккуратно. Бегу, бегу, бегу. Ну, я очень ранен. Тебе отличиться надо. Сашовский, не лезь туда. Тебя. Да тебя плюнуть можно. А, двое на мне. Понял. Сашовский за пределами дома лежит, но его, скорее всего, пасут. Сейчас все сделаем. Я, к сожалению, внутри. Там еще одно окно было, я зарубил. Ладно. Мне нравится, у меня знакомый за вечер успел поиграть в Payday 2, Payday 3, и сейчас зашел в Battlefield 5. Такой, знаешь, это короткий грустный рассказ Хемингуэя. Payday 2, Payday 3, потом в пятый Battlefield.
Что ж тут уже стесняться-то? Кто больше? Там две команды было. В доме? А, или это... А, это, наверное, этот. Наверное... Баунтиш из-за крокодила тоже, что? Угу. А, тогда... И First Descendant поднялся. Говорят, по крайней мере. Да вот не знаю, стоит ли менять руку. Да не будем уже. Ну ладно, так же вайфу. Но если ты хочешь. Да не, мне в целом не важно. Уж зашли в хант, так и будет. Но одним глазком. На пару часиков. Одним глазком. Там они написали 10 минут назад, что сервера открыты, MS Network полностью восстановлен, но вы можете испытывать желание поиграть. Да, статус нестабильного сервера. Да, народ играет, я смотрю. У всех на Твиче. Пошли после этой катки. Пойдем. Правда, мне, наверное, нам придется шейдера компилить. Я почитал эту статью и перестал игру. Что за статья? Сегодня там про тупом кидал. Если вы предзакачивали игру до старта, то, скорее всего, то есть вероятность, что у вас игра подлагивает. Возможно, они там так плохой патч выпустили. Так. А если ты качал, когда игра уже вышла, тогда все нормально. А, все, фух, отлегло. У меня Steam на секунду цены в рублях отображал на главной странице. Я подумал, что все меня это насильно закинуло обратно. Было бы обидно. В смысле, я как маленький ребенок? Ну, мам, ну чё ты? И цена, и похер. Гулять так гулять. Как же он хочет побыстрее в другую игру. Отлетаем через 10-9. Так, вот сюда ближе. На, это паукан, фу. Тоже взрывается. Кто это меня ударил? Ты меня ударил.
Только что заспавнился. Угу. Он, скорее всего... Ну, короче, у них с анимацией еще нет до баги. Из-за этого, кажется, как будто они из воздуха спавнятся. Какие-то взрывы прям. Да? У нас еще одна подсказка недалеко. Ну, похоже, это просто церковь, бежать и все. Вообще, на самом деле, действительно появилось желание еще Warframe потыкать. Смотреть, что у меня там. Я как-то... Куча собак. Я как-то запускал в 22-м году, но, видимо, просто там... Не знаю, зачем. Так, шовский стойки. Прости, если поджог. Нормально. Сашовский сам хотел это сделать. Так, сейчас я четвертую в огонь заманим. У меня, если что, есть эти самые. Получилось? Да. Окей. Надеюсь, у тебя полоска какой не сгорела. Не-не-не, пригорело, но... Ну, неплохо так у них игра, конечно, 4 часа лежала. На второй день после релиза, когда вся реклама закуплена, когда все стримеры намазаны. Ну, справедливости ради, она не в самый прайм-тайм лежала. Ну, в смысле, европейский прайм-тайм. Объективно, американский прайм-тайм важнее. Тут согласен. Куда нам до американцев-то? Развивается ли еще Warframe? Warframe постоянно развивается. Проблема в том, что, по моему скромному мнению, он немножко не в ту сторону развивается. А вот куда? Как это не туда? Ну куда не туда? Я не знаю, ну тебе было интересно то, что там выходило последние лет 6 эти вот... Абсолютно нот. ...миры, эти квесты с новыми способностями, еще то, что тебя заставляют постоянно всякой херней пользоваться, развитие... Я вспомнил, когда мы заходили, там выходила открытая локация, помнишь? Ну, очередная. С каким-то боссом, да. Не-не-не, это была первая open world локация. Mm-hmm. Мы там посетили вечер, по-моему, с мистиком, и все. Но я, правда, не помню, это был 22-й год или это было раньше? Это было раньше, скорее всего, потому что там много разных открытых локаций выходило. Там минимум 3 открытых локации выходило, Миша. Я не знаю, какую из них ты говоришь. Типа, боссы прикольно, а вот как близко две команды, Миша. Да, я знаю. Только что убили 2 человек, если что. Да-да. Короче, не знаю, как это... Там еще квесты какие-то. Квесты тоже сами неплохо, но типа то, что тебя старают пользоваться не фреймом, а школьником внутри фрейма, это грустно. Где-то в поле прям перед нами. Могу динамит сильнее закинуть. Ну, да успеть еще. Просто будьте аккуратны. Опа, трупец. Где? Вот. Вот побежал. Все живы? Бегает еще. Он, возможно, за мной бежит. Я отхожу в другую сторону. Ну, я в него попал, значит, ты его добил. Это была, если это была бомжиха, деревенщина. Вроде значит. Ну, что-то... Так, тут еще одна команда минимум, я пытаюсь не отлететь от нее. Да, на углу, я знаю, что это
новость 10 минут. Мы сейчас после этой катки перекатимся в Descendant. Короче, вторая команда рядом со мной, прослежу, чтобы они нас не обошли. А, вижу. С дома, в доме прям. Зеленый, что мы еще живем. В этом доме. Угу. Я могу ему что-нибудь в окно кинуть. Ну, можешь кинуть, только так, чтобы тебя не видели. Нет, не докидываю. Нам не ждут. Почему не попытаешь? Еще в доме с красной крышей еще, по-моему. Это вторая команда, да, Миш? Я попробую пойти, но мне могут накрыть. Опа. Блин, я тут не могу выйти. Ладно, я буду обходить. Так, в меня что-то бросают. Опа, кто-то умер еще. Да, но это было странно. У меня прям бегает очень близко. А ты три точки? Я три точки, да. Вот в этом доме еще один бегает. Угу, значит, я был прав. Но другая команда. Их двое, кстати. Мне сейчас потребуется помощь, скорее всего. Я у тебя рядом. Ага. На втором этаже. Ебучая лошадь. Мне из-под крыши точно стреляли. Вот. Я хотел метку поставить, а в результате выстрелил. С этого здания. Следующий. Двое передо мной. Перед тобой еще красная бочка, осторожно. Миш, ну можно не шуметь все-таки, пожалуйста. Да ну. Я просто тут 3 минуты пытался их обходить без шума. А здесь есть? Вот в этом доме второй вот, этаж? В этом, да, есть. Так, встретил одного. Еще жив. Отходи! Спасибо. Возможно, тут чел, но я не уверен. Здорово, енот.
На улицу кто-то выбежал. Нет, это я бегаю. Миш, еще раз. Один из них выбежал на улицу. Я не видел. А тут есть проход? Нет, тут деревья, к сожалению. У меня вот здесь топают, прям, прям совсем здесь. О, флайер. Это просто флайер. А, сука, передо мной прям сидит. Я, блин, надо было в стенку стрелять. Да, у нас тараканы черные. Тебя почти возвели до ранга по чпорту, смотри. Ну, меня зарезали с катана, он сейчас будет свой тиммейт поднимать. А где он? Ну, короче, там две команды. Ну, лучше не иди внутрь. Можешь за забор выбежать и попробовать вторую команду убить. Ну, хз. Там, где наши трупы валяются, направо посмотри, видишь, их подсвечивает тебе немножко. Советую тебе по большому кругу направо пойти, обойти все это дело. Чёртовой матери. Там один чувак с катаной, пистолетом, а второй с... Ты тут не пройдешь, Сашёвский. Пройдет, если очень постарается. А, нет, это крэк-карт, ладно. Чё они пишут? Видит. Хорош. Неплохо. Блин, телечиться ничем. В туалете была аптечка. Он же и воспользовался. А, да? Блин. Тогда вот прямо аптечка лежит. На бой, на досках. Вот куда ты смотришь? А там двери есть? Там окно есть, где я лежу, передо мной окно. В которое зайти можно. Можешь попробовать, кстати, открыть дверь, решетку справа, через решетку попасть направо. А долго очень открывать. Ну нет, решетка недолго открывается. Но хз. Ну тут в целом все немножко грустные, как бы. Двух команд неприятно находиться в целом. Вот аптечка лежит. Она на максимум. Блин, максимум. Сашовский сумасшедший, блять. Ну, кстати, это была достойная попытка. Если бы дробовик был. Ну да, или пистолет другой. Что ж, корейское дрочиво.
Корейская. Я, правда, сейчас, скорее всего, шейдеры будут компилиться. Пару минут. Я так, кстати, не понял, что зависит. То, насколько сильно у меня компьютер греется при бегании. Возможно, из-за того, что у вас на улице, блин, плюс 35. Нет, Миш. Во-первых, у меня дома все равно кондей, во-вторых, оно в один момент буквально мне прот сгреет до 90 градусов, а в другой до 70. Поэтому я... Ну, как только, если у тебя Ryzen, если у тебя... Intel, если типа 90, он сразу же тротлить начинает и остывает. Окей. Он у меня 70 и без тротнул. Как раз таки я поэтому удивился. Так, ладно, проверка. Хотя, теоретически, из-за моих проблем с коннектом оно могло постоянно что-нибудь... Блин, я опять хан запустил. Да что ж такое? Господи, это сейчас... Из-за проблем с коннектом оно могло пытаться что-нибудь дорендерить постоянно и из-за этого перегружать процессы. Лерой, игра, говорят, поднялась. Сейчас будем проверять. Да, мне понравилось сегодня сообщение от Лероя в... Хотя я не знаю, сколько у него сейчас времени, но типа сервера наконец-то упали, можно пойти позавтракать. Так, Хант, запускайся быстрее, чтобы тебя выключить. Я просто увидел кнопку «Запустить» и... автоматически нажал. Я подойду. Угу. Ты успел переставить игру, Тайлис? Нет, зачем? Не? Ну, там уже. У меня уже не было проблем с FPS. Пишут, что игра SSD дрочит на максимум тоже. Ну что ж. Но у меня M2-шная SSD. Там в целом нет проблем. Сейчас третий раз Хан запустит, смотрите. Нет. У меня в целом все еще есть вопросы к разработчикам, что можно было... настолько плохо оптимизировать. Любая игра на Unreal Engine 5 вот сейчас в таком состоянии выходит. Ты же помнишь Remnant, как на старте работал? Боже, это долбанная заставка 30 лет Nexon'у. Пугающе. В хабе я отошел. А ты уже и в хабе. Ничего себе. И Outriders тоже были, окей. А, да, я помню. Я помню, что у Outriders была проблема с микрофризами, которая решилась только к тому моменту, когда мне оставалось всего два вечера в нее играть. Я как сейчас это помню. В общем, я всю игру мучились со статтерами. А потом, когда игру прошел, все. О, сервер открыт, спасибо. Так. А, нет, он не компилит шейдер, он подготавливает, все нормально. Так, хорошо. А, я жду инвайта от Тайлиса. О, мне надо это забрать.
А, я пистолет себе, по-моему, скрафтил. Да. О, бустером надавали. Так, что у меня с пистолетом? Так, а я, наверное, все это разобрал. А, нет, у меня что-то есть. Я могу, видимо, сейчас... так, чё, твою мать. Пистолет. Когда мы вчера разошлись, я вчера еще дофармил все свои реликвии. Ну, немного. Пистолет, то есть... Тема такая же, как в Warframe. У тебя есть реликвии, ты идешь на босса и открываешь. Они тебе не кончатся. Угу. Так, надо пойти пушку забрать новую. Ты пистолет тоже скрафтил? Или ты ППХ скрафтил? Ну, что там на старте? Thunder Cage. Ага, пипега очень приятная. Она, когда ты убиваешь моба, он взрывается с высоким шансом и дамажит соседей. Опа, компенсация за простой. Это со вчера было. Ну, это еще вчерашняя компенсация, не за вот это вот. Ну, вчера у меня ее не было. Поэтому я доволен, что она у меня сегодня есть. Да, кстати, их заюзать надо, эти компенсации, потому что я все равно играю как сумасшедший. Это она на 3 дня, по-моему. Да, да. Так, давайте замечать какой-нибудь модуль еще один. Так, ух ты, УВС. Мы собираемся на Сашовском? Не, на тебе. Так, ну окей. Давай откидаем. Ща. Вот Сашовскому что-то, наверное, тоже сделать надо. Тут, кстати, тир есть. Он открывается по ходу прохождения. Лаборатория называется, я еще не был там. Да. Все-таки можно тестить пушки. Like, ну-ка. Войти в лабораторию. У меня все патроны кончились. Небось, дайте угадаю, это лаборатория с VR-ом. Player must be... Короче, пока ты в лаборатории, я не могу тебя занимать. А, окей, выхожу. А как выйти из лаборатории? Лабораторный контроллер. Ты, конечно, серьезные вопросы задаешь. Вопрос. Ладно. Возможно. Короче, кнопки выйти нету. Ладно. Только так. Действительно, через карту работает. Я так понимаю, мы идем сейчас в миссию Торилиса, да? Видимо. Кидай инвайт. И кем ты будешь играть? В смысле? Ну, каким классом? Ну, я на Титане дальше сижу. На, okay. На Яксте. Так. Мне нужно скрафтить штуку, чтобы перенести уровень оружия на новую пушку. Это 10 минут крафтится. Ну, значит, потом я ее заберу. Тридцать пятый уровень. Миш, ты на 3-го босса уже успел посмотреть? Я уже, сука, 4-го, возможно, убил. Сейчас проверю. Да, 4 босса убил. Я забыл, как называется то, что уровень оружия переносит. Сейчас скажу. Я к тебе подойду сейчас. Тут просто все написано Common Rare, а у меня же пушка ультимативная. А, что я бегаю? Я сейчас тебе так скажу. Я нашел. Precision Phase Exchanger.
Мне это называется сверхточный заменитель фазы. Ну, золотая херня такая, круглая. Да, похожая на мину. Так, а что я хотел-то? А как эмотки делать, кто-то знает? Эмотки? Я как-то случайно кнопки нажимал сейчас. J, нет, не J. E-L. L. L. Очень неудобное, очень неудобное расположение. Можно круги ляпать на стены, ну-ка. Так, ну я, кстати, на крафт поставил кучу херни. Так, ну что, все готовы? А мы куда идем? В какую зону? А сейчас поймем. Значит, я говорю, проще на тебе будет собраться, если там это не та зона. Ну, у меня стрел ленд, я только пошел туда. Понял, че? Так, я тогда просто... А, ты... Так, окей, ладно, Сашовский, ты кроликом играешь? Да. Окей, я тогда не буду на кролика переключаться. Мне кажется, абсолютно не важно, кто и на чем играет. Ну, мне не... Я и так, блин, вижу одни и те же классы, все кролики... Все... Чем дальше, смотри, Тайлис, чем дальше, тем в пати крольчатины просто как не в себя. Так, я прям с роботами выполнил квест, я молодец. Ну, я могу, конечно, переключиться тоже на кролика, хотя бы просто его покачаю, потому что у меня 10 уровня. Так, сейчас, короче, так, что, Сашовский, еще раз повтори. Мне нужно на этот... Я только зашел в зону, короче, на третью карту. Стирайл Лэнд, который... Да-да-да, я там одну миссию успел сделать, еще две. Ну, в теории можешь ждать мне пати лидера, и тогда мы... я поведу вас своим. Еще я найду, как это делается. Да, в сошел, там нажимаешь. Да, держи. Спасибо. А мне вчера еще сексуальный гранатомет выпил наконец-то. Ну, прикольно, он нас перекидывает в мой инстанс. Угу. А, это... А где там? Ой, что у нее за скиллы-то? Так, а как почитать скиллы? Так, потомок. Ага. Ну, короче, сегодня оно перегревается, окей. Не знаю, от чего это зависит, но это смешно. Так, сейчас потомок, что у него есть? Электробомба, создается электробомба, наверное, наверное. Она ее кидает или просто... Она ее вверх подкидывает. Ага, так, второе, описать, постоянно перегорается спринтом. Придает скорость света. Дополнительно получает электричество. Грозовые разряды. Ждать вас возле миссии или? Начинаем, где тебя цени штуку, Миш. Что? Где? Можно его пососать. Так, я вижу Сашовского. У нее металл звучит. Что это? Она как будто... Почему? Она музыку слушает постоянно? Да. У меня почему-то как-то в левом ухе. Так, я хотел же пистолет потестить. Какой из? Я тебе очень советую, вот у меня в руках пистолет. Я себе скрафтил какой-то просто... вот такой же, как Пипега легендарный. Я не знаю, что он делает. Ну, посмотри на меня просто, потому что это пистолет-револьвер. Он прям очень хороший, он в зеленых патронах. Я не знаю. Он называется, или типа того. Он, у него очень хороший урон. Я хочу... Я надеюсь, ты какие-нибудь модули прокачал уже? Ну он пока. Ну а затем он нихера себе 46 крит, 46к. Миш, я говорю, ты все модули начал качаться? Потихоньку. Парочку я каких-то.
Но не на оружие, не на оружие. Ну, на оружие. А, не, вру. На оружие я качал на этот самый, на размер магазина что-то качал. Ну, ты главное на урон качай, и как бы остальное со временем это само. Нормальный такой пистолетик. Ну вот чё она у меня, блин, перегревается сегодня опять? А попробуй крышку снять с блока. Миш, это... Я скорее задаюсь вопросом, что с игрой что-то не так. А бомбу она над собой просто бросает, окей. Это значит, а Z? О. Сашовский резинус. Окей. Я куда-то пошел, надеюсь, что я туда пошел. Ага. Там енот тебе советует просто FPS ограничить. Они ограничены уже. Так, а где Сашовский? Сзади. Ты миссию начал или? Видимо, да. Это где шарики собрать надо? Да. И скажу вам так, дальше будет хуже. Там будет такая... Там будет такая миссия с этими шариками. На скорость надо их собрать. Ну... В ебучем лесу. Да, так, а я почему-то не стартанул. Миссия. Ну, миссию не стартанул, и мне не засчитывало шарики, по-моему. Да, но мы уже выполнили. Короче, когда пройдем эту локацию, я иду тут запущу. Угу. А, ну вот... Что? А, нет, подожди, куда надо идти? У тебя сейчас, возможно, долгий диалог. У тебя что написано в миссии? Receive, помощь. Receive HQ. Да, ты сейчас слушаешь диалог 2 минуты. Ты тот паркур прошла за... Я тебя сейчас забаню вообще. Это издевательство и неуважение. Ты чё? Я там так обкакунькался. Сладко. Неплохой пистолет, но только пистолет я не очень люблю, но он прям такой. Единственное, что нету вот этого секса, как ты в Destiny из пистолета стреляешь. Вот в Destiny приятно из пистолета стрелять, насколько я помню. Мы можем какую-то штуку сделать. Знаешь, как ее делать? Ну, способности задамажь единые. Хотя, может, любая подойдет. Не сработало. Значит, ледяная нужна, но у меня нет льда. У тебя, может, оружие с ледяным? Окей. Не, я могу переключиться просто на этого потомка. Ну-ка. А, можно менять только в Альбионе. Ну, извините, все. Ну, можно в оружие вставить карточку с ледяным уроном. Сейчас я поищу, может, у меня есть. А рекойл это у нас что? Отдача. Так, а у меня есть карточка с ледяным уроном? Есть ядовитая удар... А, сейчас.
Атака холодом плюс 13. О, ставь. Ну-ка. Нет, иммунитет не работает. Значит, только способности. Да. Ну ладно, не больно-то и хотелось. Ага, так, все. А, перемещаю дальше. Веди. Если сложно, Сашовский, когда ты будешь брать какой-то квест, у которого ты рядом стоишь, говоришь, что ты его берешь. Потому что нам непонятно, куда что идти. У меня все выполнено, и я не знаю, какой активный у тебя квест. Тогда я прогресса не у меня нету. Просто бежим с Сашовским. Да. Можно ли повышать уровень розы? Можно. Уровень оружия можно повышать, я даже повысил. Вот это берем, Крис. Просто вот типа настолько серьезных проблем у ремнанта на моей пике не было, поэтому я и удивляюсь. То есть ремнант просто не очень хорошо работал. Но он не грел мне ядра процессора до 95 градусов. Но мы играли в ремнант не летом, мы играли в него осенью / зимой. Видишь, у меня кондиционер включен. Ну... Ладно. Как повышать уровень оружия? Нужна крафтовая штука. Ты вообще, наверное, бежишь поперед паровоза. Тебя... Там есть специальный NPC, диалоги который... Да, во-первых, надо диалоги читать. Во-вторых, там есть специальный NPC, обучающий робот такой, который быстро-быстро говорит, и ты не успеваешь читать, что он говорит. И у него будет квест на повышение уровня. Он тебе все расскажет и покажет. Зачем тебе я? Не надо бежать вперед паровоза. Он тебе это скажет, когда ты скрафтишь свою первую легендарную пушку. Ну, не легендарную, а желтую. Ультимативную. А, раз ты ее скрафтил, иди к этому хмарю и общайся с ним. Продолжай делать его квесты, потому что у них тоже есть свой порядок. Продал, если ты их скипал, то тогда да, у тебя сейчас проблема. Кьюстон, у тебя проблема. Блин, я не внезапно я становлюсь специалистом по этой игре. Мать твою, куда? Вот как вообще? Вот как? Как я докатился даже не такой? Я все еще считаю, что стоит чаще в разные игры играть. Угу. Получать игровой опыт. Кстати, так, ты Warcraft будешь играть, когда выйдет? Да, конечно. Ну, блин, ты такие вопросы задаешь. Что, ну, что вдруг тебя отпустило? А я не услышал, что играть? World of Warcraft, когда выйдет War Within. Потом мне сегодня Twitter почему-то решил
на тему Вову кидать всякое. Так ты небось на этого хмыря подписан, как его там зовут? Которого ты постоянно кидаешь, бывший разработчик. Я на него не подписан, слава богу. Это ничего не значит. Но ты же его читаешь. Я его не читаю. Меня его приносит периодически в фит. Какой? Pirate Software? Не-не-не, другой. Как его там? ГГ. Который делал Firefall и обанкротил игру автобусы. Что сделал? Firefall, помнишь? Да, но это такая... Ну вот он сделал маркетинговый ход, сделал Battle Bus по Firefall, который стоил много миллионов долларов, и это буквально обанкротил игру. Battle Bus? Да, Миш, ты можешь фотографию найти, если хочешь, или я тебе скину потом. А что это такое? Ну, автобус. Ты знаешь, что такое автобус? Да. Ну, вот он сделал, типа, автобус в сеттинге игры для какой-то выставки. А, окей, если это PAX какой-нибудь, то это многое объясняет. Там стоимость вообще всего этого говна километровая. Вот как бы это последнее его достижение в геймдеве. Как его зовут? Граймс? Граймс? Грамс? Грамс? Да. Просто, к сожалению, именно из-за его твитов и тейков я в итоге читаю очень интересное там от всяких людей, которые мне прям так ближе знакомы. When died, one of the experiment chambers is empty. Did one of them survive? The chances of something having survived this are close to 0%. But I cannot be sure. Не, короче, вот эта тетя, это вот... Крольчиха мне что-то не очень пока заходит. Я что-то пока не понимаю, как ей играть. Ты просто постоянно нажимаешь кнопку, чтобы быстро бегать. И все? Но она же расходует очень сильную энергию. Ну, ты ее лутаешь с врагов, ты ставишь себе штуки, чтобы расходовало меньше энергии. Как бы, ну... Все то же самое, что и в Warframe. Нужно делать билды. Твою мать. Так, сейчас скинам куда? Наверное, вот сюда. А мы это не только что сделали? Где-то Сашовский тупит. Сашовский! Зайчик. Сашовский, а ты не в муте случайно? Я понял. Может, у него интернет пропал? Упал Дискорд, он пишет в чат. А как эмоции жать, кстати? Эль. Так у нее две полоски. Это просто в чате объясняет. Энергия только на бег тратится, она все остальное за электричество, нижняя полоска. Она накапливается от движения, по ней надо в толпу прыгать и нажимать В. Еще в прыжке использовать ближний удар, она тогда в землю бьет тоже небольшой электрической. Ну-ка. А, да. Миш, подойди ко мне.
тут что-то непонятное, требуется у него ядро вставить, у меня нет. Да не стреляй, подойди и интерактуй. Ой. Что-то произошло. А, окей, я вижу. Я все провалил, я не сразу понял, что мне нужно. Ладно. Еще раз, я не сразу понял, что мне нужно делать. Там оказывается уровни Deus Ex, головоломка. Эй, фак, это сложно. Там нужно... У меня больше нету. Там головоломка... трубопровод строить или... Типа того, крутится кружок, надо нажать в нужный момент, чтобы в область попасть. Mm-hmm. Первые два легко, а третий почему-то я не получалось. А, помню, мы ищем, как пройти. Сашовский, веди... А, он уже сил не слышит. А, я знаю, куда. Он нас не слышит. Вот сюда. Вот сюда вот. Я помню, я тоже тупил. С ником амфибия. Weapons research data secured. Иногда бывает так, что тебя кидает на последнюю фазу квеста. Ты, типа, только заходишь, а у тебя такой: ура, вы сделали квест. For now, we should focus on searching for traces of the Iron Heart. Number 17, upload this information to the Colon database. Affirmative. Ну, короче, кролик такой хаотичный получается. Надо врываться и наносить беспорядки. Да, типа трейсер что-то.
Грантаймит прям классный. А? Грантаймит классный, говорю. Дисашовский. Он полетел на базу разговаривать. Ну, на базу, в смысле... Недалеко от нас. И сейчас на обратно вот сюда вот. Крольчатина. Ой, блин, ладно, после этого мне надо пойти дочь уложить. Ну, как раз я группе изгружу. Или весь компьютер, я еще не уверен. Air vents, drainage pipes, maintenance ducts. Use any available alternative means of escape that you can. Sharon, I've restored some of the data from the Vulcan's experiment records. According to these records, the facility you're in is the private laboratory of General Amon of the Legion of Immortality. As it was Ironheart traces which led us to this place, Corellon Amon might actually be there. It won't be an easy fight if they are. Sharon? Awaiting your transmission. The traces of the Ironheart detected here. There. Не, вернусь я к своей магичке, в смысле, к холодильнику своему. Что я к ней привык. They've synchronized the alarms with the nuclear reactor's self-destruct switch. What the hell are they thinking? They'd rather take everyone and everything with them than give up the Ironheart. I can modify the circuitry, find the alarms and destroy them. Не, это не фарм, мы просто проходим сюжет Тайлису. Я это уже проходил. Сашовскому. Да, Сашовскому. Я это уже проходил, но мне просто приятно с друзьями поиграть. Я не знаю, что здесь на эндгейме. И что делать вообще? Еще не докатился. Ну да. Перепроходить одни и те же миссии. Сейчас. Что жена там пишет? Deactivated reactor. Turn on the coolers. I'll continue tracking the Ironheart traces. Mm-hmm.
Я, кстати, между завтра, может, днем буду готов зайти ненадолго. Потому что я завтра из дома работаю, теоретически. Я не знаю, когда я появлюсь, мы там с женой пока позавтракать сходим. Ну, в первые дни я буду условно работать все равно, да, как бы. Я думаю, что я к 14 в Москве закончу с делами. Угу. Если на меня ничего не свалит. Transmitting critical operation details. From the restored Volgus experiment records, I've reconstructed an audio recording that seems to have been made during the time of the experiments. Listen. Legion will become greater through the Ironheart. Rise, my warriors. Give your lives for Klimov. Stand at the vanguard for me, Auserbuch. I will stand at the vanguard. Azeroth submits to Lord Karel's command. The Ironheart will initiate the data inversion immediately. It cannot be. Then these Ironheart traces are Azeroth. I see you found the experiment records. Seems I wasn't thorough enough with the cleanup. Yes, I am. Azeroth, Lord Karel's vanguard, born again, thanks to the Ironheart. Lord Karel said he would come. I am to bring him your win. I'll be waiting, descendant. Damn it! So the Ironheart's already gone, then? So this is why the traces felt. Descendant, in order to increase the accuracy of our pursuit, we need to access all the data on Volgus units who were transformed using the Ironheart. You must defeat Azeroth. Sharon, will you relay a detailed report of this to HQ? Will do. I'll be on my way. Good hunting. Понятно. Некоторые вопросы иногда все-таки крышка. Там так эти штуки должны немножко не так работать. Короче, бегите дальше, у меня парт нет. Так, ладно, я справился.
О, это такая дурацкая штука. Мы стреляем еще со урона много. Так, у него иммунитет. Я, короче, неправильно я играю. Не, мне такой стиль просто игры не нравится, когда надо в лицо. Я понимаю. Не резай меня, не резай меня. Да ёб твою. Она вообще какая-то стеклянная. Ну, не стой под ударом босса. Так я не стоял под ударом босса. Он начал ракетницу пускать. Вот так. Ну, это и есть удар босса. Я убегал. That is hard to accept. This Alzarok is one thing. But Karel has ordered for the Ironheart to be inverted. Whatever that means. Inversion. What could that be? Так, ну что, делаем перерыв? Я пойду дочку уложу, и я опять свичнусь на... А, ну это, в принципе, Альбион, это... Ну вы можете без меня бегать. Так мы тебя дождемся. Шовский пока может дискорд запустить. Так, что я хотел? Хотел сменить опять. Так, нас сейчас кумчат написал. Сейчас вернусь через пару минут.
Почему не в костюме горничной? Потому что я столько не зарабатываю, сколько костюм горничной стоит. Так, 44. Пулеметы, ребята. Не, пулеметы все есть. Так, снайперские. Снайперская винтовка. А, мне сейчас все будет падать низкого уровня. Я могу вообще все пылить. Так, 40 фигня. Так, 44, 39, 41 есть. Фигня. А где все? А, Тайлис пришел в ребут. Сашовский. Непонятно, что делает. Пускай Дискорд чинит. А чё так много русскоязычных в чате? Здрасте. Починил? Ну, я не знаю, что случилось, но что-то со стороны провайдера. Потому что меня даже на сайт провайдера не пускал, который по факту локальной сети. Mm. То есть там что-то, наверное, что-то с DNS или что-то накрутили. DNS. А я всегда DNS гугловский держу, потому что у меня тоже было пару раз провайдер, ну скажем так, ломал все. Ну да, у меня ничего не грузилось, но игра работала. Так. Так, я вернулся. То есть произошел. Ну, сейчас я в игру еще не зашел. Мне осталось 3 локации. Что, пройти эту? Ну, я надеюсь. Так, скажи что-нибудь. Что-нибудь. Отдыхаем.
Можно приглашать релиз? Сейчас старт гейм. Жду инвайт. Правда. Что, нам теперь босса идти бить или еще нет? Кажется, нет. Босс. Вырубит. Ну, реально не понимаю, от чего это зависит. Вот сейчас оно не перегревается. То ли еще будет. Не-не, оно, когда оно плохо работает, оно в хабе сразу начинает это делать. А, вот теперь да, босс. И... Да. Босс. Без рандома? А чё ты рандома не взял? Да, а надо было. Ну вообще да. Ну он написал, что нас трое, поэтому босс ослаблен. Он меньше урона будет наносить. Плечами сначала стреляйте. Ну, там, смотри, что, еще можно по ногам стрелять, это очень эффективно. Ну, как по ногам, под колено сзади. Второе плечо. Еще мелочи за это пострелять. А, не, мы ее выструбим. Все, уже брони у нее нет. Все оружие много урона наносит просто. Так, что за фрезы?
Что за иммунитет? Ну, она в охране. Я не помню, что с нее. Дали тут что-то великолепный. Опа, кусок пушки хороший выпал. Ну вот еще сейчас тебе упала куча пушек 22 уровня. О, мне, мне кусок тетеньки очкастый выпал. Не знаю, зачем другие фреймы, если у меня есть божественная Ирина. Что, что еще нужно для жизни? Да, давай, Хелия. Надеюсь, мы тебя набухтели там в ухо. Короче, реально после первого запуска игру просто нужно ребут, видимо, чтобы она нормально работала. О, тут можно количество энергии повышать для модулей. Нужен активатор энергии. Ой. Ну, все так же, как в Warframe. Ну, у меня этих сплавов нет из-за этого. То есть это, видимо, совсем мега хай-левельная штука. У меня почему-то нету ни одного модуля навыков. Может, его можно скрафтить? Так, теперь следующую фильтру. Так, сейчас я себе модуль один ап, но это буквально полминуты. Есть ли у него?
the same, I'd be out of a job. А, можно разобрать модуль или улучшить только? Да, да. Ладно, давайте вот, типа, я сейчас возьму какой-нибудь... Так, вот что оно? А, только валюту. Он дает только валюту для улучшения модулей. А, ну это фигня. То есть, типа, разбор модулей не дает никаких уникальных ресов. Ну, валюта для улучшения модулей тебя очень быстро улетает, поэтому это как бы очень хорошо, что тебе она дает с разбора модулей. Так, я... Она, видимо, за разбор оружия тоже дается, одна и та же. За разбор уже тебе другой дают, слышишь? А, окей. О, выбрать повторяющиеся модули. А, вот как это делается. Угу. Ну-ка, разобрать. Допустим, окей, так, и что? Ну, у тебя появилось много валюты для улучшения модулей. Ага. Так, а я случайно не разобрал? Нет, не разобрался, окей. Все. То есть, типа, я теперь могу... Лапнуть дофига всего. Ой-ой-ой, что происходит? Lost connection. Игра повисла. Вот у них все упало. Ну-ка. Что ж, сейчас проверим. Сервер упал, сейчас проверим. Долго стрим. Да, у них все упало. Внизу. Ну, вот и поиграли на сегодня, судя по всему. Ну, это были веселые полтора часа. Ну, мы убили босса, молодцы. Не, меня три раза в главное меню обратно закидывает. Да-да-да, сейчас будет хороший спайк на этом, на Steam DB. Просто всех выкинул. Ну, он еще спокойно ночи тогда. Да, спасибо Никсону за наш здоровый сон. Да, спасибо. Я пойду по это, по FK с чатиком пообщаюсь. Ну, завтра продолжим. Если будет. Так, что у нас Твиттер говорит? Две минуты, они опять умерли. Угу. Let's go. Не, все упало. Че, спать идем? Чат. Да, жаль, что нету действительно статус серверов. Я хочу играть. Я хочу с бани. Отвратительно, ладно. Видимо, придется спать идти.
Хорошо, что мы успели босса убить. Да, у всех. Go handle some stuff. Actually, the guy's supposed to come by with my car today, too. Короче, все лежит. А, он не запускается, да? Какая неприятность. Так. Чел. Destiny 2 Final Shape. Чел, ты это. Так, ну-ка. У меня есть еще на самом деле 15 минут. Законного времени. Или нет? Что у меня тут есть? Хант. Сплошные зомби-игры вообще. Господи. Finals. Dying Light. Dark and Darker. Back for Blood. Я фолловер Гуфовского. Мое жизненное предназначение ждать. И верить обещаниям. Запускай Elden Ring. Не. А я там за 15 минут ничего не сделаю. Ну-ка, а сколько Warframe занимает? Сорок гигабайт. Ладно, погнали. Погнали. А, 10 минут. Нет, 8 минут. 7. Минут за 5 скачается. Dead again. Ты куда погнал, енот? Ты не представляешь. Меня штормит. Так и до Destiny доберешься. Она у меня, кстати, есть. Наверное, даже купленная. Кстати. Ну, раз уж интерес к жанру. Да, есть. 123 гигабайта, охренеть. Не-не-не-не-не, нахер. Игру называют The First Disconnect. Сохраним. Here we go again. Качается. Енот, как у тебя там дела? Что ты сегодня делал? Расскажи. Диаблил, небось? Ну, может быть, пока ограничения. Не у всех. Ой, какие люди тут стримят на Твиче, оказывается. В смысле, я ее не знаю. Кто это? Оформление странички 5. Хочу играть. Хочу играть. Я тоже. Давид, дай бог, чтобы все получилось.
есть у всех все походу, всех сейчас. Понял, принял. Сервер дропнулся. Ладно, тогда смысла нету здесь больше, наверное, копошиться. Давайте пока сделаем вот так вот. Так, копошиться будем. Если что, посмотрим тоже, что делать. Время 22:54. Так, меня. Спасибо за точное время. У нас почти полночь, да, получается, по Москве, я имею в виду почти полночь. Сейчас тоже посмотрим. Либо сегодня сделаю такой, знаете, коротенький стрим, либо сейчас, может быть, в что-нибудь еще поиграем. Честно говоря, я ничего не качала, потому что я только приехала, я была месяц в России, и сейчас я опять вернулась в Сербию. Вот, и я, месяц в России, как ты это пережила? Я к этому стриму не подготовилась, потому что этот стрим а-ля, знаете, такое возвращение блудной зелени, где я делилась какими-то своими впечатлениями о поездке, болями, попными и радостями попными. И я, честно говоря, вообще что-то ничего не подготовила. То есть единственное, что я скачала, это был First Descendant, этот самый. Поэтому сейчас будем разбираться, либо что дальше делать, либо офать. Офай. 22:17 включили, ждали 2 часа. Да, я знаю, я перед стримом мне написала Септ, что... Проплаченный стример, не знаю, что делать. Оплаченное время, все так. Я просто, ну, как это первый вход. Я знаю, что были до стрима, буквально мы его дропнули. 2 минуты осталось нам еще это слушать. И вот мы успели буквально поиграть 30 минут от силы. Хелли, я тебя вижу, человек, ты вот здесь, то есть я... ты вот здесь вот шалишь. У них только что были траблы с MC Network. А, мы часто... Я вижу, ты... Вот я как раз знаю, то что не удивлюсь. Штуки там пишешь, кофой. Я тоже на самом деле не удивлена. Ну, слушайте, рабочие моменты, ничего не поделаешь. Там в Дискорде филиал Ада. Боже, и почему я не удивлена? Почему я не удивлена? Господи, да... Ничего не говори. Енот, это твой стример. Она поет, да, твои любимые песни. Я не представляю, что там происходит в Дискорде у них сейчас. Лютый пиздец наверняка. Я не покупал, мне он визуально не зашел. Но я в Лигу Легенд давно уже не играю, поэтому тоже ничего не покупала. Обновление, уведомление... Так, окей. Минута осталась. Еще минута осталась это смотреть. Сервер не работает нестабильно. На скинаре не пофапаешь, она слишком закрытая. Тут за 10к с другой... Согласна. Ну, во-первых, на скинаре не пофапаешь, потому что как бы... Так, анализ фапа нет скинов. Бани, вот такой вот у тебя на весь экран скинаре, у тебя там за 50 тысяч валютки райд. Официальный дискорд, там смешно. Ну, там, наверное, шит-шоу происходит. Ну, вот такой, что ли, при максимальном приближении. Это надо быть прям ювелиром, чтобы на него как бы вздрачнуть маленько. На арт разве что, но арт можно и бесплатно надо быть, знаете ли, ребята. Мой вам совет. Полазите по интернету. МР-34 называется, если что, там на всякий случай. Даю вам знать. Все, хватит себя. Пятиминутка славы окончена. Так. Ну-ка. Это кто вообще? Я не знаю. Я просто тыкнул в рандомную девочку на Твиче. И вот получилось так. Так.
Жесть, Warframe запускается в окне. А как? Нет, что-то как-то странно. Надо, видимо, в лончере было фуллскрин запускать. Полный экран. Что? Окей. DirectX 11. Так. Ой, нет. Он реально в фуллскрине запускается. Но только сразу... А я не помню, какое у меня имя пользователя и пароль. Какого хера? Пипец, игру нельзя. О-о-о. Это как вообще? Игра запускается в разрешении. То есть, это как? В мелком разрешении запускается либо в окне, либо пытается форсить фуллскрин, но при этом она запускается в этом же мелком разрешении, типа около 720p. Так, ну ладно. Подожди, а почему у меня нет привязки к Steam'у? Так, ну ладно. Warframe. О, у меня есть имя пользователя пароль. Хорошо. Мне отправили код в почту. Ordis has been getting tired of waiting. Waiting patiently. Ой, господи, активируйте. О-о-о. Ой. Always a pleasure. Что, как? Yeah. Где настройки? Май, вам ничего не видно. Так, always a pleasure. Так. Полный экран в окне без рамки. Хотя бы вот так, вот смотрите. Ну, вам видно что-нибудь? Yes. Так, что у нас тут есть? Ну, ладно, общая громкость 60. Да, надо было играть в Хан дальше и не выебываться, это правильно. Господи. Ой, те, какие низкие, высокие. Все очень высокое. Так. Подтвердить. А-а-а! Как в это играть вообще? Да, енот, все так. Так, чувствительность взгляда. Типа десятка. Прицеливание десятка. Десятка. Ну,
уже больше похоже на правду. Господи. Как? Вот, чел, вот мне кто, все, кто писали, блин, давай играть в Warframe. Как в это играть вообще? Что это? Моды. Инкубатор. Там у меня собака спит, наверное, все эти годы. Это кто такой? Это что за личинка? О, я еще помню, как прыгать. Так, арсенал. Это у меня Эш. Господи, какой он страшный. Кто у меня есть? Хрома, их можно всех просто за бабло купить. А бабла у меня, кстати, 2000 денег. 2500. Эта игра вообще за ум. Вон у меня... Так, в Warframe. И все... Эш Прайм у меня, кстати, и Эш у меня не прокачанные. Окей, ладно. Еще оружие не прокачанное. Талоны. Нарамон, Паразон. Вы тут не видите, тут написано Нарамон и Паразон. И талоны есть. Нарамон и Паразон — это, по-моему, сорта сыра. Как в это играть вообще? Так. Да, или лекарство. Пакеш Буба, подожди сейчас. Тип ПК, автообнаружение. Ноутбук ПК, господи. Расчленение включено. Регион Европа. Хорошо. Контроллер, Archwing, Railjack. Вот как нормальный человек, который запускает эту игру в первый раз. Ага, авторский режим. Steam аккаунт привязан. Да почему? Если у меня привязан Steam аккаунт, почему она у меня спросила имя пользователя, пароль? Как это? О, скриншоты можно без пользовательского интерфейса делать. Размер интерфейса. А здесь есть? А, вот угол обзора, конечно, 90. Вот я думаю, что не так. Во! Так, говорите, Бубы, ну вот вас. А почему они у меня все такие страшные, эти варфреймы? Почему они у меня как будто, я не знаю, как будто из пластилина слеплены? Где красивые? Где красивые тетеньки? Вот это что за дискотека 80-х вообще? Кастующее дерево какое-то. Реально некрасиво. Мне казалось, что игра красивая. Вот это что за технопанк? Смени игру на Твиче. Да я уже сейчас закончу. У вас не прочитано 8 сообщений. Ой-ой-ой. Мне тут что-то насыпали. Какие-то формы, какой-то текст Никана. Syndicates need your help. In a rare showing of solidarity, they sent a covert team to raid a Grineer ship adrift inside the abyssal zone.
The ship is rumored to be carrying Orokin Defixios, curse tablets that were plundered from an archaeological dig site known as Villa Irelia. The Syndicate's team is unable to... Пошла вон. Клиф для профиля. Да, последний раз я в 22-м году заходил зачем-то. Команда тех... Смотрите, тут прям переписка. Я вот много играл... Смотрите, вот здесь вся моя жизнь. Начал я играть в игру в 15-м году, похоже, если они, конечно, почту не удалили. 15-16 году я играл, получается. Привет, сколько уже задонатить? Успел? Ничего не донатил. Задонатить где? В Warframe или в игре, которая не запускается? В игре, которая не запускается, ничего не платил. Игра, которая не запускается, она все еще не запускается. Еще три письма. Подождите. А, это письма из 19-19 году мне писали. Игра мне постоянно пишет письма, я их не читаю. Прям как на работе. А это кто такой? Велик, я тебя не помню. Господи, вот это что? А, вы разбудили мистика. Фокус, внешний вид. Почему я такой страшный? Ладно. Тебя разбудили, у тебя стоит алерт, наверное, в стиме, что Кузьмич Warframe запустил. И такой, оба-на. Чего тут только нет, господи. Присяги какие-то, что это? ПВП, возможно. И вот, понимаешь, я не понимаю, куда мне тыкать вообще. Вот где я остановился? Вот у меня что-то мигает на земле. Так, что здесь мигает? Что это? Да-да, и этот человек наиграл 300 часов. Да нет, даже 400. Я все забыл. Я ни черта не помню. Прошло 8 лет, с тех пор, как я нормально играл. А чё это за лаги? Ладно. Что такое? Почему? Что с FPS-ом? Вот, алло. А это враги? Ладно. Excavator deployed. Protect the unit while it extracts the artifact.
or the Tenno. The excavator has run out of power. Find a cell. По-моему, тут надо тягать вот эти штуки. По-моему, численность мышки еще высокая. А я не помню, как скиллами пользоваться. Я ничего не помню. Как скиллы нажимать? Один. А, вот. Один. Дымовая завеса. Я не знаю, я что-то нажал. Ой, у меня какой-то ножичек прямо. А почему у меня все черное стало? To go. Keep it powered and protect it from enemy fire. An artifact has been located. Proceed to the dig site. Почему потемнело? Возможно, я какую-то кнопку нажал и все потемнело. И вот смотрите, и вот люди сравнивают Warframe вот с этим, с First Descendant. Это же две разные игры. Игра, кстати, выглядит не так красиво, как я ее помню. Deployed.
А я не помню, когда здесь заканчивается игра. Либо надо накопать достаточно. Я вот не понимаю, что я нажал, чтобы еще оно такое темное. Единственный человек, который помнит, как в эту игру играть, это Мистик. Не надо мне тут, помнишь? А как рубить... А, ешкой, да? Но здесь есть... Здесь есть милишка, это хорошо. Так, нужен power cell. Играть только мили билды. Ой, не задавайте мне вопросы. Я в последний раз играл в эту игру в 2016 году. Я сейчас ее запустил, потому что First Descendant упал. Почему-то мне захотелось совершить над собой насилие. А, вот все, перестало быть темным. Я нашел кнопку. An artifact has been located. Proceed to the dig site. Excavator is ready to go. Keep it powered and protected from enemy fire. Excavator deployed. Protect the unit while it extracts the artifact. The excavator has lost power. Find another cell. Какие-то ресурсы почему-то не могу поднять. Какие-то я не могу поднять. Так, а где у меня... А где у меня патроны? Почему я... Почему у меня исчезла ушко из рук? Вс
все пиздец, какой на экране творится вообще. А, подобрать дроп... Что? Подождите. Почему у меня... Я перестал стрелять дробовиком. Почему у меня только... Как мне его вытащить из... Как мне его вытащить из задницы? Какую я кнопку нажал, не ту? X нет. C нет. Ладно, эвакуация так у вас. Я ничего не помню. Господи, какая странная игра. Как я в ней вообще мог провести столько времени? Серьезно, я так и не смог вытащить оружие. A limbo part blueprint. The theorem wasn't complete malarkey after all. Perhaps there's more to these equations than I previously thought. What am I missing? Operator, I found a new theorem hidden deep in that warframe part. These are actually starting to make sense. I mean, they're nonsense, but there's logic in the nonsense. It's almost as if someone's trying to speak to me in my own language. This new theorem is equally full of gaps. Please, find more proof fragments. Так, где здесь кнопка автоустановки? Действие. Во, автоустановка. Вот. Хорошо. Да, пока, Фреймон. Моды. Вот, ну все то же самое. Кто такой Нарамон? Кто такой Мудурай? Какая Уйнару? Какой Вазелин? Какой Зенурик? Какое преобразование в фокус? Ой. Я что-то нажал. Обратитесь к перьям, чтобы разблокировать оглушающий бросок. Каким перьям? Кто такой Зенурик? Что делает Джин? Нет, я зря эту игру поставил, потому что... Я все забыл. No, God, please, no. Все, на этой приятной ноте мы заканчиваем.